Муниципальное автономное учреждение, многофункциональный культурно-досуговый центр – это уникальная площадка в городе Сургуте, основной задачей которой является объединение творческих людей для совместной работы и реализации новых идей, проектов, программ и решений в сфере культуры и досуга города. Мы всегда рады встречать гостей на наших мероприятиях, проектах, выставках, занятиях и арт-занятиях и хотим немного ближе познакомить с площадками многофункционального культурно-досугового центра. Галерея «Стерх» – одна из основных площадок современного искусства в Югре и Сургуте. Здесь проходят выставки современных мастеров России из разных городов и молодых художников. Действует арт-клуб, проводятся творческие встречи, лекции, арт-вечеринки, акции, проводятся интерактивные программы. Самые известные наши проекты – это фестивали «Рельефы цвета» и «Стерхфест», также программа «Другие концерты», где звучит новая музыка. Галерея сотрудничает с кураторами, художниками, музыкантами, актерами, литераторами. Сотрудничает с музеями разных городов, Юганским заповедником, а последние годы совместно с гимназией имени Фармана Салманова галерея проводит городские школьные фотокроссы. В галерее много лет действует семейная творческая мастерская «Стершонок». Очень радует, что в городе Сургуте есть такое прекрасное арт-пространство, как галерея «Стерх», потому что все ваши выставки, все ваши мастер-классы, как для взрослых, так и для детей, это отличная возможность найти, проявить в себе тот самый творческий потенциал, о котором многие говорят, с помощью создания рисунков, картинок, поделок и, в принципе, через созерцание работ художников. Особенно меня радует наличие мультимедийных выставок, потому что они привлекают внимание самых разных людей, самых разных возрастов и, в принципе, актуализируют современное искусство. А это очень важная миссия, и за это хочу сказать вам спасибо. Культурный центр «Порт» – творческое пространство в самом центре Сургута. «Порт» инициирует проекты и фестивали, активно поддерживает молодых художников, музыкантов, а также театральные и литературные объединения Сургута, используя при этом современные мультимедийные технологии, нестандартно работая с пространством и сценографией. В нашем креативном пространстве выставляются молодые и профессиональные художники города, региона и России в целом. Здесь систематически проходят концерты, спектакли, арт-вечеринки, творческие встречи, кинофестивали, опен-эйры и другие культурно-просветительские мероприятия для гостей и жителей города. Проводятся тематические интерактивные программы на актуальные темы сегодняшнего времени и увлекательные арт-занятия для детей и взрослых с использованием современных методов визуального творчества. Также для детей функционирует специально оборудованный кабинет, где юные творцы смогут сочинить и снять свою историю – мультфильм. Детская студия мультипликации «Аниматика» имеет хорошую базу мультипликационных материалов, является победителем региональных и межрегиональных конкурсов. Летом на площадке культурного центра «Порт» мы проводим множество уличных фестивалей и опен-эйров, таких как «Сургут Дэй», фестиваль уличной музыки «Воздух» и морской фестиваль, который собирает огромное количество посетителей. Мы работаем для саморазвития и отдыха горожан, продвижения общественных инициатив, актуальной культуры и современного искусства. В культурно-досуговый центр «Порт» я хожу, наверное, года где-то с 2016-го и всегда очень доволен мероприятиями, которые здесь проводят местное руководство, местные специалисты. Всегда идут навстречу, когда надо организовать свою выставку, свое мероприятие. Всегда очень все современно и, главное, все очень профессионально. Даю должное, надеюсь, все продолжится в том же духе. Студия открыта для всех желающих познать тонкости изобразительного искусства, независимо от возраста и профессии. За период существования студии более 380 участников смогли поступить в средние и высшие художественные и архитектурные учебные заведения в России и за рубежом, стали активными участниками выставок, пленэров и фестивалей различного уровня, неоднократно становились лауреатами. Сегодня бывшие выпускники трудятся в сфере дизайна и архитектуры, преподают в детских художественных школах и вузах.
В студии работают 6 клубных формирований. Занятия направлены на последовательное изучение искусства рисования и пользуются огромной популярностью у горожан. А прикоснуться к магии рождения живописных и графических образов могут желающие в возрасте от 12 лет и старше. Я хожу уже почти год. Это моя не первая работа, уже, наверное, пятая, которую я пишу маслом. Начинала я с самых азов, кубики, шарики, кувшинчики, все. Теорию цвета рассказывали. Я, конечно, очень благодарна преподавателям здесь, их терпению. Для меня эта студия – возможность самовыражения. Благодарна я, что меня учат, понимают здесь. И я буду ходить еще, конечно. Надеюсь, что здесь нужно 3 года, и потом работа – это все вот работа учеников. Надеюсь, что я тоже так же буду рисовать. Многофункциональный культурно-досуговый центр – это место в Сургуте и Югре, где развивается современное искусство и расширяются границы творчества.